Куда выбросить отслужившую бытовую технику, мебель, батарейки? В Люберцах установили мегабак. Специальные контейнеры помогут жителям избавляться от ненужных вещей без вреда для экологии. Специализированная площадка открылась на Красногорской улице. Некуда выкинуть. Нету мегабаков, больших баков нету. Такие стоят и все маленькие. Все на улице выкидывалось. А теперь все удобно. Граждане, выкидываете мусор в мегабаке. За раздельный сбор мусора и бережное отношение к экологии. Для Андрея Уварова, как и для многих люберчан, мегабак облегчил задачу утилизации крупногабаритных отходов. Для отслужившей бытовой техники, мебели, макулатуры, пластика и батареек подготовлены большие контейнеры, которые обслуживает региональный оператор «Эколайн Воскресенск». Все это поедет на переработку, будет передроблено, железные фракции будут извлечены для последующих жизненных их историй. Вот, дерево пойдет на компостирование. У нас есть несколько сортировочных комплексов, которые у нас находятся в Терсхеме. Это и Торбеево, это и наш комплекс по переработке, который находится в Егорьевском округе. Одним из первых преимуществ мегабака опробовал глава округа. Волонтеры разъяснили Владимиру Ружицкому, как работает нововведение, и вручили ему фирменные подарки. Также на площадке встретят всех, кто относится к выбросу отходов разумно и воспользуется мегабаком. Наша задача заключается в том, чтобы проинформировать человека, который сдает либо мебель, либо пластик, либо стекло, и рассказать, куда что положить. Нам провели обучение и рассказали, как правильно сортировать, что говорить. Волонтеры следят за порядком на площадке мегабака. Эту же функцию круглосуточно выполняют камеры видеонаблюдения. Выбросить крупногабаритный мусор в Люберцах можно на улице Красногорской, вблизи дома номер 7. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,